Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов. Со второго дня занятий кружка мы наконец добрались до того, что рассмотрели все пять противоречий. Да? Давайте напомним, что это за противоречия. Есть кто-нибудь, кто может сейчас взять и сказать, какие пять противоречий мы рассмотрели? Пять противоречий. Попробуйте. Значит, первое противоречие — это между непосредственно общественной природой. Неправильно. Все, отпал. Кто следующий? Кто еще скажет? Какое первое противоречие рассматривается? Да. Между коммунистической природой социализма. Учитесь, вот. И ее отрицанием внутри самого социализма в себе. Что-что? Ее отрицанием? И отрицанием самого... Его в себе. Да, в себе. Связанным с выхождением из капитализма. Оно не с неба свалилось. И не просто там засунуто, а чтобы мы сразу понимали, откуда это противоречие. То есть мы не можем получиться такого коммунизма, который не содержал бы в себе своего отрицания, поначалу, по крайней мере. Он потом будет по другим причинам отрицать. То есть всегда можно, так сказать, в движении вперед, так сказать, содержится и то, что человек может пойти назад, правильно? Или строй общественный. Но вот такого объяснения или такой причины, что связано с выхождением из капитализма, а может такое быть, чтобы коммунизм вышел из капитализма и никаких следов родимых пятен на себе не имел. Может быть? Не может. Вот это вот высказывание, это выражение означает невозможность появления коммунизма сразу, так сказать, вот такого чистенького от всего, оторванного от того, из чего он вышел. Люди те же, средства производства те же поначалу. Так? Отношения, вот отношения переделываются. Но они довольно долго переделываются. Значит, вот это первое противоречие, которое... Так, второе противоречие кто назовет? Вот вы можете назвать. А, вот вы же, давайте. Исходя из первого противоречия... Да. Смотрим, где оно проявляется. Оно проявляется во всем. А нас, да, как марксистов, интересуют в первую очередь три источника, даже три составляющих. Экономическая часть, общественная часть. Но это у вас сразу очень глаза разбегаются от того, что сразу все интересно. Основа общества — это экономика. Вот основа общества — экономика, давайте к нему и перейдем. Значит, экономика — противоречие. Противоречие тоже проявляется. То есть коммунистическая природа в экономике как проявляется? Непосредственно общественное производство. Почему непосредственно общественное? Потому что общественное производство — это все. И капиталистическое общественное, да? И рабовладение — общественное производство, а тут непосредственно общественное производство. То есть не посредством обмена, а непосредственно труд, общественный труд выступает как вот труд общества, военное общество. Так, значит, а отрицание как кто-то проявляет себя? Отрицание проявляется как товарность. Как товарность. Вот второе противоречие мы получили. Второе противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. А вот только мы не сказали, первое противоречие, так сказать, разрешается каким путем? Борьбой, да? Ну за что? Борьба разрушается по линии движения к полному коммунизму. Да, совершенно верно. По линии, да. А это тогда уже по аналогии разрешается противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью. Либо по линии полностью непосредственно общественного производства, без товарности. Ну, то есть в борьбе за непосредственно общественный, да, характер производства, да? Вот. Так, а как это может быть, когда, так сказать, обеспечивается приоритет каких интересов? Общественных. Общественных или коллективных, или индивидуальных? Общественных. Общественных. Вот товарищ, он слева от вас стоит, сидит. Так, вот третье противоречие какое? Противоречие между бесклассовой природой. Насколько идет борьба с товарностью, борются люди.
значит, они представляют те или иные классовые интересы. Да. И получается, что у нас здесь противоречие между бесклассовой природой коммунизма, которым является социализм, как Ницше сказал, и неполным преодолением классов коммунизма, ой, социализма. Так и не полным преодолением классов, или, так сказать, другая тенденция, наоборот, к тому, чтобы не шло движение к уничтожению классов. Противоположное. Вы же должны противоположное сформулировать. А вы что сформулировали? Два раза одно и то же. То есть между движением... У вас вот одно идет развитие бесклассовой природы коммунизма, так? А второе – движение в сторону... к усилению классовости, вновь к разделению общества на классы. Противоположная тенденция, правильно? Она же противоположная. Нам сейчас легко это говорить по той простой причине, что мы убедились, как раз из социализма получился капитализм. Вот по всем линиям. Вот вы одну линию посмотрели. То есть коммунистическая, так сказать, хирела, а антикоммунистическая расширилась. Теперь, значит, интересы рабочего класса. Интересы рабочего класса, сказать, если вы не назвали, а какой класс это заинтересован? Рабочий класс. В полном уничтожении классов наиболее заинтересованная сила. А другая тенденция к тому, чтобы шло дело к разложению этого бесклассового общества, и чтобы оно опять превратилось в классовое. Это же классовая борьба. Классовая борьба. Вот третье противоречие разрешается классовой борьбой за интересы рабочего класса. И кто тогда субъект этой борьбы? А следовательно, и вот за правильное разрешение предыдущих двух противоречий. Там субъект еще не виден, правильно? Вот кто субъект тогда? Какой класс? Рабочий. Рабочий класс. Вот появляется рабочий класс как субъект. И рабочий класс появляется как субъект у нас впервые, там, в нашем рассмотрении, или Ленин это так и рассматривал? Всегда говорил о том, что субъектом вообще... построение коммунизма является рабочий класс. Да? Так, я хочу вам процитировать из Великого Почина. В Великом Почине говорит Ленин. Только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. Я бы это не запоминал, у меня память, я бы не сказал, что хорошая, но просто это самое ключевое выражение и однозначное. Да? То есть, кто является, так сказать, борьба какого класса, тут является решающей для сохранения коммунистической природы социализма и для противодействия возвратному классовому образованию. Борьба какого класса? Рабочего. А борьба рабочего класса – это классовая борьба? Классовая. Значит, продолжается классовая борьба. Вот. Значит, классовая борьба между рабочим классом и попытками, так сказать, утвердить приоритет каких-то других интересов. Других слоев и классов менее заинтересованных, или каких-то частных, или коллективных, кооперативных и так далее. Так. А дальше? А раз рабочий класс должен это организовывать, еще противоречие, он что делает? Берет на себя, осуществляет руководство этой борьбой. Так, рабочий класс – руководитель социалистического общества. У него руководящая роль? Руководящая. А раз руководящая, значит, тогда появляется новое, рассматриваются новые противоречия, связанные с этим руководством. Он создает систему планового централизованного управления, правильно? И появляется, рассматривается противоречие между планомерностью и стихийностью. А планомерность имеется в виду не вообще, а бы какая планомерность. Можно планомерно, так сказать, улететь в трубу или планомерно, так сказать, разбиться об землю. Так что вот здесь планомерность имеется в виду в смысле осуществления интересов рабочего класса. И вот в связи с этой планомерностью выясняется, что он создает целую систему методов. Да? Каких? Директивные методы, так, связанные с прямыми указаниями. Планы к ним относятся целиком, и все дополнительные задания, которые делаются, когда в ходе выполнения плана что-то нарушается или не выполняется. Дальше методы социалистическое соревнование. Социалистическое соревнование непосредственно направлено на общественные интересы, правильно?
Вот тогда оно социалистическое, когда направлено не на то, чтобы просто больше получить денег от государства, от общества, дать ему поменьше и похуже, а взять у него побольше, а когда идет вот движение там, стахановцев, движение ударников и так далее. То есть такое, которое нас непосредственно продвигает вперед. Так, и на что можно опираться? А если какая-то система управления что-то там планирует, а у него нет этого движения, а на чем оно будет строиться-то? И выполнение планов, и перевыполнение планов. Вот для того, чтобы план выполнялся, надо быть готовым к его перевыполнению, потому что еще где-то может получиться, что что-то запнется, здесь где-то будет какой-то дефект, и план разрушится. А как план разрушится, пойдет это разрастаться по всей экономике. Почему? Потому что вы там имеете получателей, а вот, допустим, 100 получателей, а у них по 100, а 100 на 100 уже 10 тысяч, и, так сказать, рушится тогда, если не существует вот этого самого вот, действия директивных методов управления государственного в интересах рабочего класса, тогда разлагается эта система. Так, ну хорошо, вот, а дальше, и кроме того, материальное поощрение применяем. Что поощряем? Применяем действия, поощряем действия в чьих интересах? В общественных. Естественно, хотя некоторые граждане, учитывая, что значит, применяются поощрения в общественных интересах, могут рассматривать это вот поощрение как цель и самоцель. Когда они на самом деле вроде, так сказать, действуют в соответствии с тем, что задано, но они действуют, вовсе их не интересуют общественные интересы. Но учитывая, что есть такое поощрение, они могут идти на выполнение заданий и прочее, прочее. Хотя появляются самые разные лазейки. Если у вас задание по трубам в метрах, значит, надо делать тоненькие трубы и много. Если они у вас по толщине этих труб, толстых труб, тогда надо делать и мало. А чем больше, тем лучше. Если вы меня поощряете, скажите, за что меня, если вы меня поощряете за то, чтобы трубы были не из цветных металлов, я буду из цветных металлов делать, а черные выбрасывать, вот, черт твою мать. Правильно? И так далее. То есть тут, вот тут противоречие существует, себя проявляет, и об этом мы не должны забывать. И тогда в ход пускается вот эта самая система управления, которая дает дополнительные задания, материальное поощрение тем, кто действует правильно, и наоборот, какие-то наказания тем, которые, в том числе и лишение там, депримирования, сокращение зарплаты тем, кто нарушает. И получается система управления, директивные методы, социалистическое соревнование и методы материального поощрения. Вот это вот связано с противоречием между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности и организации. И этим занимается система планового централизованного управления, которой мы вроде бы должны хвалу воздать, но, как мы знаем, как только есть какая-нибудь система централизованного управления, тогда появляются начальники начальников и, так сказать, подчиненные тех или иных начальников. И там не бывает такого, чтобы не было бюрократизма. Потому что бюрократизм в чем состоит? В чем состоит бюрократизм? Вы что, не были бюрократом никогда? Показываю. Вот видите, вот у меня две руки. Я обеими руками держусь за место. Вы ко мне пришли? Вам что нужно? Вам что нужно? А у меня, видите, руки заняты. Товарищ Шилов, я не могу вам помочь. А карьеризм в чем состоит? Ну вот у меня там еще сверху еще один есть, кресло уже стоит, уже, я уже его присмотрел. И ко мне приходит вот товарищ опять, Михаил Васильевич, помогите, пожалуйста, то-то-то. Ну что, не видите, я не могу вам помочь, потому что у меня обе руки заняты. Карьеризм. И система управления. То есть, а что такое карьеризм? Это мелкобуржуазность в системе управления. Почему мелкобуржуазность? Потому что у них своего предприятия нету. Они не собственники, но стараются как можно меньше сделать и больше получить. Мне не то важно, что я делаю, а то важно, что я за это буду иметь. Такое имеет место у рабочих, у инженеров, у управленцев, хоть самого высокого уровня, у министров. Бывает? Конечно. Ну, конечно, а как, само собой. А у председателей вся это имеет, а генеральных секретарей. У нас целая череда была таких генеральных секретарей, начиная с Хрущева, потом
Брежнев, потом Андропов, потом Черненко, потом Горбачев, и это все они о чем думали? О чем они думали? О чем угодно. Только уж точно не о борьбе за интересы рабочего класса. Почему? Уже в брежневский период, довожу до вашего сведения, тезис о руководящей роли рабочего класса, который еще остался в программе партии, из которой выбросили диктатуру пролетариата, тезис о руководящей роли был заменен везде на ведущую роль. Вот если я в то время ходил, так сказать, подавал статьи, там писал руководящую роль рабочего класса, они раз меня вычеркивают. Причем железной рукой, в какую бы я ее редакцию ни направлял, вычеркиваю. Я думал и придумал. И стал писать «рабочий класс, руководитель». Они тоже берут ручку, хотят написать «ведутель», а такого слова нет. Вот на такие ухищрения пришлось идти, хотя нигде в документах не написано. Но вы же понимаете, что ведущее колесо может быть сзади, а за рулем один, а ведущее сзади. То есть уже рабочий класс, его превратили уже даже не в ведущую силу, а в ведущую такой, что я начальник, ты дурак. Кто ведущая сила? Вот кто за мной идет. А я начальник, я руководящая. Это разве одно и то же? Нет, конечно. То есть такие фокусы. Это называется ревизия. Ревизионизм тут проявляет себя. Потому что надо так писать, чтобы, так сказать, на самом деле изменить направление, и в том числе классовое направление. Вот. И, значит, и как с этим бороться? А целая система существует государственного планового централизованного управления. И мы уже в этой системе нашли тоже внутренние противоречия. Есть такая система управления социалистической экономикой, социалистическим хозяйством, и социалистическим обществом, где бы не было бюрократизма и где бы не было карьеризма. Есть такая? В жизни бывает? Не бывает. А какое средство против карьеризма и бюрократизма? Контроль. Контроль? Кто будет контролировать? Рабочий класс должен контролировать. То есть без контроля рабочего класса за этим делом, за этой системой управления. А если он контролирует, как вы будете контролировать, вы не знаете, что делать. Поэтому нужно не просто контролировать, а нужно, чтобы рабочие и колхозники участвовали в управлении. Да? Либо там в отдельные дни, либо какая-то определенные часы. Ну, обычно это вот на практике бывает так, что вот определенные дни. Хотя в программе партии, подготовленной Ленину, и благополучно вот это, кстати, оставалось в программе, это не трогали. Было записано в дальнейшем при общем увеличении производительности труда. Вот. Необходимо перейти к шестичасовому рабочему дню с обязательством трудящихся, каждого трудящегося, уделить 2 часа обучению военному профессиональному искусству и технике государственного управления, и практическому обучению технике государственного управления. Ну, вроде того, как мы с вами вот кружок проводим, он 2 часа будет, не больше. Так, 1,5-2, да? А надо, чтобы этот кружок, такой кружок, входили все рабочие. На каком основании? А на том основании, что им сократили только материально-производительный труд. Да, вот товарищ Шилов, он занимается материально-производительным трудом. Так, товарищ Шилов, 6 часов отработали? Идите, кого там вы контролируете, идите и контролируйте. Потому что если не будете контролировать, уже то, что вы делаете потом, уже никому не нужно будет. Или, возможно, предприятие ваше закроют. Сколько у нас позакрывали предприятия эти друзья бесконтрольные? Страшное дело, сколько уничтожали предприятия, которые у нас были в Советском Союзе. Итого, что мы получили? Мы получили, что сама система управления, она должна быть под контролем того правящего класса, о котором мы говорили. Что если рабочий класс просто считается, что он руководит, но не руководит, а если он не занимается контролем, и не наделен соответствующей функцией. А через какие функции? Прежде всего, через советы. Советы, как производились выборы раньше? Как должны были, согласно программе партии, которая была, принята при Ленине, и которую при Сталине никто не поменял. Там же написано как раз о
том, что вот эти рабочие должны участвовать в управлении и должны быть советы. А советы как организованы? Что такое совет? Какой орган? По производственному признаку. То есть это орган, в который направляются депутаты по производственному. Почему по производственному признаку? Ну, нам, как марксистам, должно быть понятно, что производство решающее. Если вы не от производства будете, а только от вузов и поликлиник, несмотря на очень важное значение вузов и поликлиник и так далее, то вы ничего не проконтролируете. Вот, то есть контролируют должны те, кто в этом больше заинтересован, а не те, кто меньше в этом заинтересован. И уж, наверное, сказать, работу предприятий торговли должны контролировать не представители торговли, а представители покупателей, правильно? Вот тогда и какой должен быть контроль? Всеобщий, универсальный. Сейчас, вот когда раньше читаешь Ленина, думаешь, ну что вот так уж прямо всеобщий, уж прямо универсальный. А у нас контрреволюция это была всеобщая, универсальная. То есть, где, сказать, не будешь контролировать, там произойдет контрреволюция с гарантией. И это урок, вот, который мы должны получить. И вот я теперь, обдумывая вот итоги наших занятий двух на эту тему, хочу сказать, что вот то, что мы получили в итоге, вот мы разобрали все пять противоречий сейчас довольно быстро и связанные с ними способы их разрешения. А все вместе это как называется? Как теперь это все вместе называется? Планомерное разрешение противоречий. Ну это да, это социализм. Я понимаю. Классовая борьба. Классовая борьба. Это против кого она? Классовая? Против рабочих? Вы кого представляете здесь? А зачем красные тогда надели, если вы представляете нерабочих? А? Диктатура пролетариата. Вот. Диктатура пролетариата. Вот вывод, к которому мы должны прийти, и который, вот самое интересное, что вот, скажем, я вот книги, когда это писал, я этого вывода, про диктатуру пролетариата отдельно писал, а вот здесь вот по этому поводу не сделал вывод, а вот отсюда вот он просится здесь. Почему? Давайте я вам две только цитаты из Ленина дам, которые прямо укладываются вот в то, о чем мы сегодня говорили, что вот в великом почине диктатура пролетариата – это научное, латинское, историко-философское выражение, которое означает, что только определенный класс, а именно городские, не вообще все рабочие, и не складские там в магазинах, как вы понимаете, и не те, которые разводят для богатых там или для лентяев вот, в дождь и в снег, и вот, на велосипедах или на самокатах, продукты. Нет, это не имеется в виду. И не владельцы грузовиков, которые ездят у нас по дорогам и говорят, что у них забастовка. Это владельцы, если они владельцы, они мелкие буржуа. Так вот, городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие. Когда говорят диктатура пролетариата, это общее название. А содержание этого названия, все только городские. И сельские рабочие, которые что-то там чинят, какие-то трактора или комбайны, или где-то еще, работают на мельнице. Все сюда не включается. Городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие, почему не включаются? Потому что контролировать могут те, которые по своему положению в состоянии контролировать. Если вы берете каких-то одиночек, слесарей или тех, так сказать, которые занимаются покраской, которые, так сказать, что-то ходят по заказу и делают, они на этот контроль не способны, и это не очень это интересует. Городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых. Масса большая, и все трудящиеся. И эксплуатируемые. Ну, пусть не будет потом эксплуатируемых, остаются трудящиеся, да? Так вот, трудящимися надо руководить со стороны городских, фабрично-заводских, промышленных рабочих. В этом состоит диктатура пролетариата. А содержание диктатуры, вот это вот такой вид диктатуры патриата, а содержание диктатуры патриата в детской болезни, лизны в коммунизме. Вот Ленин написал то, что впрямую, так сказать, относится к тому, что мы сейчас разбираем. Как сделать так, чтобы вот эти все противоречия разрешались бы в сторону движения к коммунизму, а не в противоположную сторону. Диктатура патриата, есть упорная борьба. Упорная борьба. То есть диктатура пролетариата не кто здесь начальник,
кто сидит, кто руководит, а борьба упорная, класса, классовая борьба. Упорная борьба, кровавая и бескровная. То есть, вот мы не рассматривали вопрос военный, но для социализма, например, в Советском Союзе существенно было провести победоносную войну против фашизма германского. И так делать вид, что это никакого отношения к разрешению противоречий не имеет. Это вот мы внутренние с вами противоречия рассматривали. А есть еще противоречия между социалистической страной, которая с точки зрения теории ленинизма, она появляется, революция побеждается первоначально в одной отдельно взятой стране. И вот по этому поводу у Ленина есть только в двух работах написано о лозунге Соединенных Штатов Европы, что вот в одной стране, и военная программа пролетарской революции. И в работе «Военная программа пролетарской революции» прямо Ленин пишет о том, что он встанет перед всем миром, имея в виду, что и придется в том числе и с военной силой. Ну, если вы посмотрите, скажем, в доклады Сталина на съездах за 10 лет там, или 15 лет до войны, то вы там увидите, что нам нужно срочно перевооружиться и, так сказать, срочно иметь вооружение такое, как у тех возможных, так сказать, наших противников, которые... И о войне говорится как о том, что она неизбежна. А почему неизбежна? А потому что как вот вы сразу захватили, неужели капитализм мировой не попробует у вас это все отобрать? Ну, как говорится, нам повезло, что этот, в этом империализме были две могучие группы, которые между собой воевали, и вот когда мы, так сказать, истекали кровью, и Сталин все время писал, вы же нам обещали открыть второй фронт, а второй фронт не открывали, пока не поняли, что если вы не откроете второй фронт, то все победят и все заберут. И все, во всей Европе будет господствовать Советский Союз. Поэтому вот известная часть буржуазии пошла, значит, на союз с Советским Союзом. Повторяю, возвращаюсь к цитате, «Детская болезнь левизны в коммунизме». «Детская болезнь левизны в коммунизме» – эта книга написана, это доклад на Конгрессе Коминтерна. И это вот для всех представителей коммунистических партий Ленин разъяснял, в чем смысл диктатуры пролетариата. Это, значит, диктатура пролетариата есть упорная борьба. Не просто борьба, а упорная борьба. А почему упорная? Потому что на вас будут нападать, и вам придется упираться еще, а не просто вы будете просто бороться, и так все прямо будут падать перед лицом вашей борьбы. Упорная борьба, кровавая и бескровная. Не думайте, что вы обойдетесь без, так сказать, без крови. У нас и не обошлось без крови. Мы сколько потеряли? 27 миллионов человек. Из них 7 миллионов, как Германия потеряла, 7 миллионов военных, и мы 7 миллионов военных. И 20 миллионов они убили мирных жителей. Упорная борьба, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная. Хозяйственная борьба. Мы только что рассматривали с вами хозяйственную борьбу. Только что рассматривали, когда рассматривали эти противоречия. Военная и хозяйственная. Педагогическая и администраторская. Можно одно преподавать, можно в интересах рабочего класса преподавать. А можно преподавать совсем в других интересах, что рабочий класс – это народ темный, вот, интеллигенция – это люди просвещенные, надо повыгонять везде из всех органов управления рабочих, если они еще остались там, позатесались. И, так сказать, там должны быть представители интеллигенции. А интеллигенция будет смотреть на Запад, как вы заметили. И если там увидит, что там лучше, больше платят, и улетает туда. И сколько улетает? Скажем, я могу вам сказать, что среди того состава выпускников математико-механического факультета не менее чем 50%, я просто точной цифры не знаю, но не менее чем 50% уехали, так сказать, свои эти знания, полученные на математико-механическом факультете, применять для, в тех странах, где имеется диктатура буржуазии. Ну и вы видите, так сказать, как широко уезжают специалисты из России. Или наоборот, там, скажем, те же самые специалисты, которые вроде никуда не уезжают, эти программисты, они сидят в теплых морях. И там, значит, поскольку они по отдельности все сидят, они хорошо очень организованы, в том смысле, что они работают только на буржуазию, и никакой там организации у них между собой не может быть, и ни против чего они выступать не могут.
Вот, а если будут там что-то они отстаивать, их оттуда уберут, или, прекратят это дело, и все. Вот. Сколько у нас их тоже, находится за пределами нашей страны? Так вот, упорная борьба, военная и хозяйственная. А то мы слово «военное» не брали, как будто бы мы вот рассматриваем вопрос о диктатуре пролетариата и о планомерном решении противоречия в безвоздушном пространстве. А мы не в безвоздушном пространстве, а в таком мире, в котором пока еще господствует империализм. И даже вот после того, как уже появилась Корейская Народно-Демократическая Республика, вот, как социалистическая страна, но к тому времени исчезла, как социалистическая страна, исчезла такая страна, как Советский Союз, и исчезли одновременно еще те страны, которые являлись социалистическими. Но их, видимо, социализм держался на нашем рабочем классе, и поэтому у них социализм вообще был непрочный. И ГДР, и Чехословакия, а Польша и не собиралась строить социализм, они не собирались коллективизировать сельское хозяйство. То есть раз не собирались, значит, у них никогда, не планировалось ни одной партии, чтобы там был построен социализм. А Чехословакия, как только даже и войска туда выводили, потому что там быстрее начали двигаться к капитализму, чем в СССР. А это нехорошо. То есть это нехорошо было, потому что они быстрее разоблачали то, что происходит в СССР. И всего-то в одной статье, в одной газете «Правда», когда ввели войска, было написано там «Оппортунизм Дубчика». А так-то так прославляли. У нас вовсю ревизионистские книги Лоташика публиковались, размножались. Значит, там две книги было, одна «Экономика, интересы, политика», там, где интересы определяется в психологическом смысле не как характеристика положения, которое показывает, что выгодно человеку, а как некое стремление к чему-либо. Вот. Мне это интересно. То, что привлекает мое внимание. Вот вы сейчас предмет моего интереса. Но это вот не вопрос о том, что мне выгодно, а вопрос о том, чем я интересуюсь. Это категория вообще психологии, а не политэкономии. Все было размножено на русском языке, везде эта книга была. «Экономика, интересы, политика». Вторую книгу подготовил Лоташик, ревизионист и ренегат, член ЦК КПЧ, директор Института экономики Чехословацкой академии наук. «Экономика, интересы, политика». Там просто была полная ревизия всего. Она на английском языке была напечатана, на русский не успели перевести. Вот такая картина. Значит, повторяю вот эту ленинскую фразу, которая сказана про диктатуру пролетариата на съезде коммунистических и рабочих партий, да, на втором конгрессе Коминтерна, что диктатура пролетариата есть упорная борьба, военная и хозяйственная. Хозяйственное мы ее разбирали, военное сейчас мы разобрали, военное мы до этого разбирали. Педагогическое и администраторское. Можно этому научить с помощью педагогики, а можно другому научить, правильно? Можно интересы одного класса продвигать тем, кто преподает, а можно интересы другого класса. Поскольку у нас одно время был плюрализм, вот мы с Степаном Степановичем тут ходили на лекции, я выступал, а он записывал. А записывал он для того, чтобы меня не обвинили в том, что я говорил что-то такое, за что меня надо сразу засадить. Вот. А с другой стороны, другие проводили буржуазные идеи. И таковых было, как вы понимаете, в нашем даже дорогом университете большинство. А так нас, меня, например, никто не трогал. Так иногда придут, посмотрят. А зачем это вы записываете? А это, говорю, для распространения. Не знаю, это о чем-то. Итак, еще раз повторяю, значит, диктатура пролетариата есть упорная борьба, военная и хозяйственная, педагогическая, администраторская. Вот если я на административной работе, это форма борьбы. Так, вот вы прислали мне какую-то анонимку, неподписанную, еще там противозаконную, вот буду с вами бороться. А вы мне не прислали. С вами буду бороться за то, что вы не прислали. Ну и так далее. Ну, если есть
положение начальственное, значит, есть. Вот, а вот Мальцев, он такую правильную мысль сегодня сформулировал, когда другие молчали. Это я отмечаю, поощряю и так далее. Тем более я чувствую, у него какая-то конфета есть, возможно, он поделится в перерыв. А возможно и нет. Так, значит, диктатура пролетариата есть, упорная борьба, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, то есть вся эта система управления, вот мы ее разбирали, а в ней карьеризм, бюрократизм против силы и традиций старого общества. А силы и традиции старого общества доколе будут? Вот доколе будут, дотоле и не будет полного коммунизма. Вот будет, не, это все устранено уже. А это без участия, всеобщего участия в управлении трудящихся невозможно устранить. Потому что если я, скажем, целый день изучаю и управляю, а вот товарищ Лазарев, он изучает и управляет ровно 2 часа. Но если он в 10 раз меня способнее, может быть, он меня и переиграет. А если он, скажем, всего лишь в 1,5 раза меня способнее, он уже меня не переиграет. Почему? Потому что у нас неравные условия. А смысл материалистической постановки все-таки в том, что руководить должны не те, которые в лучшем положении находятся, потому что они и так в хорошем положении. Говорят, ну что вы говорите, все же отлично у нас, все же хорошо. Да? А что вы там? А это мелочи вот у вас, то, что вы говорите, что вы там много работаете на работе. Все идет по плану. Все идет по плану, да. Вот. Получается, что вот то, что мы с вами рассматривали, это есть выражение, вот эта система противоречий развития социализма, это выражение, или это содержание диктатуры рабочего класса. Развернутое содержание диктатуры рабочего класса при социализме. Вот это очень важное, так сказать, заявление, которое я делаю, и событие, что мы должны не разводить эти понятия, что есть диктатура какая-то рабочего класса, просто рабочий класс где-то есть, а вот она должна обеспечиваться этой системой. А для этого надо в эту систему включить и как раз участие не менее чем 2 часа в день, которое может варьироваться. Если 2 часа в день, это может быть, поскольку 5 дней в неделю, это может быть 10 часов, 2 по 5 часов в другие дни. Правильно? Вот, то есть это достаточно много. И это, конечно, для контроля очень важно. То есть как думать, что вот обойдется без того, чтобы рабочий класс, который сделал революцию, не будет сам участвовать в этом деле управления. Но если он не будет в этом участвовать, то и не будет разрешаться это противоречие по линии перерастания социализма в полный коммунизм. Поэтому мы не просто, вот я, скажем, до этого неоднократно цитировал вот эти вещи, вот эти два положения о том, что рабочий класс, что диктатура пролетариата есть, означает это научное, латинское, историко-философское выражение, означает то, что определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение класса. И с другой стороны, что вот сама эта диктатура пролетариата состоит не в том, что они вот просто в состоянии, а чтобы они еще на самом деле руководили. А руководить, когда они будут, это будет упорная борьба вот этих же рабочих. Чтобы они добивались того, что в интересах рабочего класса на всех уровнях, где они вмешиваются в деятельность, так сказать, за которую они отвечают, как правящий класс. А именно военная и хозяйственная. А у нас военная была войну, была хозяйственная. Все время было восстановление, движение хозяйственное, планирование, стахановцы и так далее. Военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская. Педагогическая. Если преподавать будут буржуазную идеологию, так никакого коммунизма у нас. Все люди, которые их выпустят, не построят. Значит, надо подготовить. А чтобы меньше подготавливать, у нас взяли совсем недавно сократили высшее образование на 1 год. Под предлогом, дескать, ничего, мы будем вот бакалавров и магистров выпускать. А магистр что, пойдут в магистратуру? Вроде у нас такой нету магистратуры. Придумали магистратуру. А в чем разница? А разница в том, что было 5 лет уже, а теперь нужно 1/5 часть профессоров и докторов наук и кандидатов, которые преподавали марксизм-ленинизм или стояли на марксистско-ленинских позициях в вузах,
убрать пятую часть. Ее и убрали. А как их убирали? А очень просто. У нас вот было три экономических вуза. Соединяем в один и спрашиваем, а зачем вам три кафедры политэкономии? Вот скажите, в одном вузе три кафедры. Валерий Александрович, а зачем? Вот как вы думаете? Вообще не надо. Какая-то ерунда. И раз, и так сказать. Или вот Казенного, знаете, он заведовал кафедрой философии и социальных коммуникаций института и университета имени Энгельса на Новороссийской улице. Взяли и присоединили его к политехническому. Он, наверное, так к технике относится, правда же? Институт советской торговли у него был. Институт советской торговли к технике относится. Раз присоединили, и что? Ничего, вот вы кафедру. А зачем? А тогда получается, что в политехническом университете есть две кафедры философии. Вот подумайте, как позволять в таких условиях, у нас все мало денег, там, ресурсов. В одном вузе две кафедры. Вы с ума сошли? Раз их и стали одна. Казенного перевели на кафедру юриспруденции, он стал тем самым, на кафедре юриспруденции профессор кафедры юриспруденции Политехнического университета. Потом начали его душить его всякими новыми программами, он собрался, сказал, я пошел. А так я ему говорил, что ты меня это, перегнал, я вот профессор по кафедре экономики и права, это у меня звание, а у тебя должность прямо, ты юрист прямо. Вот он теперь, он сюда приезжает в Москву, сюда Александр Сергеевич, он не находится он ни в какой системе образования. Не нужны умные люди и знающие, а зачем они? Еще что-нибудь придумают? Советы, вот книгу такую написали с Казеновым, и советы, как форма власти, государственной власти, опасную. Но не трогает никто нас, потому что трогать тоже опасно. Черт, не знает, кто победит, поэтому такая ситуация. Вот, а если у нас было три экономических вуза, значит, инженерно-экономический, финансовый, финансовый это там, где банковские, львы такие, банковские мусоры. Грифоны. А? Грифоны, хранители древнеегипетских сокровищ. Вот он лучше знает, да. Грифон. Вот. И, значит, у нас инженерно-экономический, там, где находится рынок на Кузнечной. И на Прилукской, два у него. И, значит, еще там вот на набережной Невы институт экономики и сервиса. Собрали их раз, сделали один экономический университет. А вывод, вот представьте себе, три кафедры политэкономии было в каждом. Сколько нужно уволить профессоров этих политэкономов? Две трети. Зачем? Вот, зачем столько держать, все кафедры теперь? Это раз. А нагрузку? А нагрузку же ее убрали. Мы же теперь не 5 лет учим, а 4. Почему не додумались учить 2? Вот я преподавал здесь в университете в это время и магистратуре, и бакалавриату. Сначала я прочитаю бакалаврам. У них лавры по бокам. Это значит, 4 года они учатся. После этих лавр они могут некоторые поступить на магистратуру. И там учиться еще 2 года. И получить вот магистратскую диссертацию. Значит, на практике это было так. Начинали они вечером в 5 часов. Почему? Потому что все уже работают после этой магистратуры. И вот после бакалавриата. Вот они записались в эту магистратуру и приходят к 5 часам. Это вечерники, а вечерние закрыли. И туда попадают люди, не обязательно, экономист попадает в экономическую магистратуру. А как вы хотите? Вот приезжал к нам заведующий кафедрой философии Московского университета, к нам на конференцию, на философский факультет, и говорит, ну, у нас вот магистратура, это примерно 2-й курс философского факультета, уровень магистратуры. А поступать могут в магистратуру независимо от того, допустим, он на философию идет, и никогда философией не занимался. Но она же платная, деньги заплатил, и все. Такие бесплатные. А? И же бесплатная магистратура. И бесплатная есть. Тоже там такие
А я у одного спрашиваю на экзамене, а чего у вас такой, это зачетка такая толстая? А это я платный, потому что. А у него этих тонкая зачетка, а у платников толстая зачетка. А так разницы-то никакой нет. Ну, я принимаю, мне хоть платный, хоть бесплатный. Я же поистине принимаю, а не по, ну, по платности. А в смысле корочки, что ли? Корочек, да. Я говорю, что такое, ух, такое мощное у тебя, как хорошо, так оформлено. Так это я, говорит, магнит платный. А, ну просто себе красиво не сделал, короче. Да. Не, не себе, а им выдают. Вот, те, кто платные, да. Вот будете платить деньги, допустим, там 50 тысяч в месяц. Давайте, корочку вам сделаем толченькую. Только диплом тогда должен красивый гербовый выдавать. Вот. И диплом могут красивый выдать. Давайте деньги, будет красивый. Все тут. Понятное дело. Значит, какой мы из этого всего делаем вывод? Мы делаем из этого вывод, что если диктатура пролетариата и рассматривается как вот эта система разрешения противоречий, ну, потому что вот те две выдержки, которые я вам привел, они полностью стыкуются с тем, о чем у нас шла речь, правильно? Это и есть вот упорная борьба, кровавая, бескровная, педагогическая, экономическая и военная и хозяйственная, педагогическая, административная против силы традиции старого общества. Если идет эта война, значит, двигаемся вперед. Если не идет этой войны, не двигаемся вперед. Дескать, вот мы строим социализм. Это что, дом? Социализм – это не дом. Вы его не строите, его, на него надо бороться. В том числе надо строить предприятия, надо создавать машино-тракторную станцию, систему, чтобы она могла обеспечить контракты с колхозами, чтобы у нас было две формы одной собственности, а не две собственности, как написано. В любой учебник по политэкономии откройте, там написано, есть общественная собственность, государственная и кооперативно-колхозная собственность. Это вторая, что ли, собственность? Да две собственности, они что, между собой торгуют? То есть не две формы одной собственности, не две формы подчинения производства общественным интересам должно быть. А у них просто две собственности, и все. И потом, что такое общенародное? Что такое общенародное? Общественное или общенародное? Ну, общество понятно. А народ – это общество, у которого выброшены все производственные отношения, и взят народ россыпью. Люди россыпью взяты. Вот. То есть вывод, который мы можем сделать вот здесь на кружке сегодня, что, следовательно, вот то, о чем говорил Ленин, ну вот здесь подкрепляется только вот этими исследованиями противоречия развития социализма в развитии того, о чем говорил Ленин. И по существу вот такое понимание социализма как движение, как борьбы, оно, так сказать, позволяет социализму удержать и его переводить в состояние полного коммунизма. Правильно? Вот все вот эти вот варианты, которые мы рассмотрели. И самым сложным является участие в управлении. То есть если не будет участия трудящихся в управлении, бюрократизм и карьеризм поглотит эту самую систему управления. Вот там система управления уже барахталась, там ничего умного, там ничего не рождалось. Вот возьмите там цепь генеральных секретарей. Хрущев, дураковатый и явный ревизионист, он вот, начал уже борьбу с рабочими из-за того, что он повышение цен сделал, до этого было всегда снижение. Почему снижение? Потому что затраты снижаются с ростом производительности труда, и должно все снижаться. Допустим, на сельскохозяйственные продукты снижаются медленно или не снижаются, если там нету там, допустим, пока еще соответствующей технологии, так то вы снижаете на другое. А если вы прекратили снижать на другое, то хотите деньги получить, так, значит, начинаете повышать на то, что составляет элемент питания, то есть насущных средств для жизни рабочих. И потом приучены к тому, что цены только могут или медленно падать, или быстро падать. Это зависит от того, какие темпы развития производительности труда. Потому что цена – это плод, цена плановая. Нет такой категории у нас, как цена при социализме. А плановая цена – есть такая категория. Вот она зависит от уровня развития
производительности труда. Чем выше производительность труда, тем ниже должна быть ниже себестоимость, а себестоимость плюс нормативная прибыль, а не прибыль фактическая, дают цену. А часть, так сказать, затрат уходит так государству, без фиксации на предприятии. Поэтому себестоимость – это вовсе не стоимость. Ничего общего со стоимостью не имеет. Это часть затрат. Часть затрат, когда, куда входят затраты, так сказать, работников, и часть прибыли. А другая часть даже и не входит, ее оттуда и не видят на предприятии. Она просто уходит по этой вот цене. Есть налог с оборота, такое понятие. Что за налог с оборота? Кто его накладывает? Это вот эта разница между той фактической ценой и той ценой, которая является ценой предприятия. У вас вопрос? Да, и при социализме прибыль тоже есть. Но не капиталистическая. Да, и прибыль есть. Ну, раз вы прибавили какой-то труд, это прибыль, да, можно говорить. Но она это не прибыль товарного хозяйства. Почему? Потому что прибыль, вот та, которую вы будете вычислять, она не будет разностью между ценой между ценой и затратами. Она будет разностью между плановой ценой, а это норматив, а вовсе не цена. Почему не цена? Потому что тут нет торговли, тут нет рынка. Между плановой ценой и себестоимостью, а себестоимость – это не стоимость. А себестоимость – это затраты предприятия, они все затраты, только затраты предприятия, которые учитываются на предприятии, другие не учитываются. Еще есть затраты государственные. Это совершенно разные системы, другая система. Поэтому здесь просто применять вообще для нетоварного хозяйства. То есть категория товарного хозяйства неприменима в этой? Вообще неприменима, да. Все говорят. А? Все говорят себестоимость. Ну, да. Какой может быть закон стоимости, когда у нас себестоимость? А что значит себестоимость? Кому себе? Ну, это вот тем, кто на предприятии, вот они вот могут считать вот это. Часть затрат, это фиксируется. А как может быть, чтобы плановая цена, которая представляет собой норматив издержек затрат, как может быть, чтобы эта плановая цена пошла вверх? Никак. Просто может медленное снижение, если медленно растет производительность труда, и быстрое снижение, а повышение не может быть. Ну как, прогресс не может быть регресса? Вот у нас интересная была картина. Мы с Виктором Георгиевичем Долговым были на трех совещаниях всесоюзных по ценообразованию. Руководил ими товарищ Дерябин, который очень симпатизировал нам. Он был такой антитоварник и симпатизировал нам в наших выступлениях. Ну вот он проводил... Мы выступали однозначно за снижение цен. Нас всем не очень внимательно слушали. Мы им объясняли, почему должна быть линия на снижение цен, по одной простой причине, что с ростом, с техническим прогрессом затраты труда снижаются. О чем может быть разговор? Но все методички, книжки, статьи... Они нас внимательно слушали, но уважительно только, никто против. Все это публиковали, то, что мы включили туда. Но, тем не менее, вот это большинство этих представителей, которые занимаются ценами, они выступали за повышение цен. Я подготовил статью о снижении цен и отправил в плановое хозяйство. А главный редактор планового хозяйства потом мне сообщали, говорит, Михаил Васильевич, вашу статью зарезал вот тот, кто сейчас стал председателем Совета Министров. Ну, хорошо. Я говорю, ну что делать уж, бывает. Не, ничего, говорит, не бывает. Я, говорит, сейчас ее переделаю по-другому. Давайте название придумаем какое-нибудь ей, другое, чтобы цена там не стояла. Я говорю, давайте экономический контроль. О, все, и я уже на рецензию этому, на отзыв. Буду давать не этому, а вон тому. Дал тому, и она вышла в плановом хозяйстве, только под названием «Экономический контроль», и там говорится, что цена плановый норматив, она снижается. Точно так же, как, скажем, когда объявили, что хоть в программе записали, что руководящая роль рабочего класса, а инструкция всем была органом печатным, чтобы нигде не пропустили, чтобы никто руководящую роль не писал. А что писать? Ведущие. Вот пишешь руководящие,
Они раз вычеркивают и пишут «ведущая». Что делать? Я думал и придумал, и писал. Рабочий класс, руководитель. Они хотят вычеркнуть, а слово «ведутель» нет. Проходит. Ну, то есть такая была подпольная как бы борьба. И вот товарищи в институте, в журнале «Научный коммунизм», он тоже, так сказать, про снижение цен, это все, и про руководящую роль, это он, так сказать, обеспечил. Но там написано было «рабочий класс руководитель», чтобы никто с нас не мог вот так вот делать. То есть мало того, что они убирали диктатуру пролетариата, они убирали и даже смысл ее, и руководящую роль. Любое упоминание. Любое упоминание, да. Народное государство. Да, а народное государство – это шлопаки в смятку. Пока есть народ, когда будет все народное, не будет государства. А пока есть государство, оно орган не будет народное, это орган класса. Всем интересно трудящих. Соединение слова «народ» со словом «государство», как писал Энгельс, совершенно, так сказать, абсурд. Извините, а у меня вопрос. Что такое народ? Народ – это рабочие крестьяне. Трудящиеся. Да, нет, рабочие и крестьяне. То есть не трудящиеся, а именно конкретно рабочие. Вот у Ленина так, рабочие и крестьяне. Народ. Помните, хождение в народ было? Это кто ходил? Ну вот мы бы сейчас собрались. Вот. Ну, вы под интеллигенцию подпадаете? Я нет. Не подпадаете? Кто у нас под интеллигенцию? Вот Степан Степанович. Пенсионер. Неважно. Но вы же этот самый интеллигент? По роду деятельности. Вот пойдем вместе с вами в народ. Вот можно считать, что мы с вами уже и пришли, потому что здесь сидят товарищи рабочие. Я служащий. И до конструктора еще есть. Ну, во всяком случае, вот народ мы пришли. Вот товарищ Шилов, вы тоже народ, и вот товарищ Лазарев тут. Представители народа. Есть отдельные представители народа. Случайно, которым посчастливилось попасть еще на кружок. Хотя все сделано на работе, чтобы у них времени не оставалось ни на какие кружки. А то они на этих кружках до чего-нибудь додумаются и будут отстаивать. Вот это очень опасная вещь. Но они вот упорные такие, что вроде так все им сделано, чтобы они не появлялись, а они все равно появляются. Вот такая вот. А все равно трудящиеся более понятно. А? Трудящиеся более понятно. Кому? Ну, всем. Кому понятно? А кому мы это? Кому потому это что народом себя могут считать. Понять, значит, выразить в понятиях, а не так, чтобы человек думал, что ему понятно. Это не в этом смысл. Выразить в понятиях, вот что мы должны сделать. А в научных понятиях выразить истину. То есть, интеллигентом, в принципе, народом не является. Ну а как? Интеллигенты ходили же в народ, помните? Вот? Да, но они ходили... Судя по нашей конституции, у нас все народ. Ну, конституция... Конституция там не трактует, что... Конституция... Это... Ну, понятно, но как бы... Конституция програжден. Конституция не научный труд. И там про граждан написано. Ну, есть что? Устоявшиеся уже понимание. У кого они устоявшиеся? У кого? Это про граждан. У людей. У кого? У людей. У каких людей? У буржуазии? У окружающих. Так вы же на кого ссылаетесь? У буржуазии это устоялось? А вы зачем об этом говорите? Ну вот когда все-таки говоришь трудящиеся, более понятно, кто имеется в виду? Нет, понятно, это только один смысл имеется. Понять, значит, выразить в понятиях. А понятие, народ это рабочие и крестьяне, вот можете меня проверить и перепроверить. Вам этот авторитет Ленина достаточен? Или есть какие-то люди более авторитетные, которые употребляют это вот понятие? У меня сомнения, крестьяне, это, собственно говоря, сословие феодального периода. Нет, крестьянин – это мелкий буржуа, уже имеется в виду. Имеется в виду? Ну, уже имеется в виду разложение феодализма и появление мелкого буржуа. Тогда вопрос нет. У нас появляется вот мелкий буржуа, кулаки – это уже капиталисты, есть мелкие буржуа – это средние крестьяне, середняки, и есть пролетарии, бедняки. Это вот в деревне. А их много, миллионы. Миллионы этих. И больше всего, конечно, вот таких середняков. Поэтому... Ввиду крестьяне, как мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия. Что такое мелкая буржуазия? Он работает на рынок. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Я для кого делаю? А вот сделаю и вынесу на рынок. Вот
хочет, вы купите, не купите, нет? Ну, зря, я вам Лазареву продам, он купит. А потом мы с ним рассчитаемся. Нам главное вас обойти. То есть можно сказать, что народ – это союз рабочих? И... Да не союз, а никакого не союза, союза нету. Нет. Никакой там не союз. Рабочий, да, рабочий и крестьяне, да, потому что никак, а, еще бы не хватало союз. Руководящая роль рабочего класса должна быть при социализме, а не союз. Это классовое, союз, ага. Народ. Рабочих мало, а этих крестьян много, союз. Они, и голосовать будете потом? Проголосуете, и будет мелкобуржуазная, а мелкобуржуазной идеологии нет, будет буржуазная. Потому что в головах у мелкобуржуазной идеологии буржуазная. А вовсе не пролетарская. Пролетарская, а отголоски там какие-то могут быть. Я просто имел в виду, что такое народ. То есть, что должно быть, ну, что можно считать народом. Ну, сейчас считается это все население страны. Кем считается? Это это не что, это граждане. 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 Причем тут народ? Гражданство-то элита. Граждане. Это вот там. А мы сейчас говорим про классы. А или так. Утром скушал бутерброд. Сразу мысль. А как народ? Да, и край лезет в глотку, и компот берет в рот. Ну, после, значит, некоторой такой разминки, возвращаемся к нашей теме. Возвращаемся к нашей теме. Вот сегодня, можно сказать, впервые мы, так сказать, соединили то, что относится к, вот, к тому, кого считать. Кого считать рабочим классом и что считать диктатурой пролетариата. Так вот, диктатура пролетариата – это система разрешения противоречий социализма. До какого времени они будут, это такая система действовать, которую мы рассмотрели? До полного коммунизма. А потом будет, возможно, будет, если от полного коммунизма будет откат назад. Может быть? Может. А почему не может? Да. Скажут, надоел мне этот рабочий класс, хочу про народ говорить. И все, опять поехали туда. В полном коммунизме не должно быть родимых пятым. Значит, не должно быть. Но у вас какие-то есть гарантии, товарищи? Вы можете какие-то дать гарантии будущему человечеству, чтобы оно не пятилось назад? Вот старались, работали, коммунисты все, коммунисты, трудящиеся, рабочий класс, интеллигенция. Ну, вспомните советский. И вот полный коммунизм. Ну, как вы считаете, надо отдохнуть после, правда? Да, всем в школе говорили, что невозможно уже у нас реставрация капитализма. Невозможно, да. Невозможно. Вот до 45-го года была возможна реставрация извне. А сейчас даже извне невозможно реставрация. То есть мы сидим в социализме так, что нас вообще оттуда выбить не можем. Невозможно, да. Рассказывали 80-е, а раз так, и только дураки должны заботиться о том, чтобы вот, так сказать, как-то под этого предохраниться. Не надо это делать. Надо, а уж при полном коммунизме, надо тем более скажешь, что вы, товарищ Мальцев, все, вы при полном коммунизме, спите спокойно. А вы завтра проснетесь. Нет, был полный, нет, был полный. Вы никак не хотите признать, что от полного, вот у вас не бывает, что вот полная тарелка, а потом раз, и ее нету. Полный-то. А вот кто-то раз ложкой взял. Так у нас всегда не полная. Нет, ну, у нас уже полный коммунизм, вам тарелку налили, а я потом решил, почему бы мне не хлебнуть из вашей тарелки. Я свою быстро съел, а вы же вот сидите там, дескать, у нас полный коммунизм, а я раз. Валерий Александрович, я вас прошу, присоединяйтесь. Да. Вы посмотрите, вот Франция, которая сколько раз она возвращалась в феодализм. Да. Да, есть там вопрос, да. Пожалуйста. Игорь Васильевич, я вот читаю вашу работу насчет разрешения противоречий различных. Да. Вот вы сейчас сами себе противоречите. Такое может быть. Да, то есть вы здесь писали, эта работа отделяет сегодняшний день от того дня. Я вот сейчас тоже читаю, я еще даже не дочитал, вот у меня с собой. И со многим я бы уже поспорил. Я вот себе выделил даже фразу, что когда социализм доходит до ступени коммунизма, то в этом самодвижении коммунизма уже не будет отрицания, связанного с его выхождением. Не будет. На сегодня не будет, а завтра будет. И оно перейдет в консервативный момент равенства коммунизма с собой, противоположный прогрессивному моменту неравенства коммунизма с собой. Ну, это не исключает здесь того, что он пойдет назад вспять. Где написано, что он не может пойти вспять? Не написано. Вот приедет сейчас приедет большой автобус, который вас развезет всех по домам.
Сначала приедет, немножко постоит минуты две и уедет. Может быть такое? Вот скорее второе может быть, чем первое. Но написано за то, что следов нет капитализма. А не будет? Следов не будет. Ну вот у вас не бывало, что вот вы сделаете абсолютно чисто вот на столе. А через какое-то время опять то же самое. Уже по другой причине. Не потому. Не потому, что люди, уже грозимых пятен нет. А желание, так сказать, поменьше поработать, вроде это не родимый. Так пикет. Это и есть мелкобуржуазная психология. Ну как мелкобуржуазная? Есть родимый. Нет, это результат победы. Мы же победили. Полный коммунизм победил. Что нужно делать после победы? Что опять будет так работать, как товарищ? Что же я теперь при полном коммунизме так же много должен работать? Вот дальше давайте посоветуемся. Это будет потребность, Михаил Васильевич. Это у вас будет потребность, а у нас, товарищ Пшилов, и с товарищем Лазаревым нет такой потребности. Откуда вы знаете, какая у человека в голове буржуазная? Дело в том, что... Дело в том, что... Буржуазная получается. Если я вижу, как оно проявляется. Вот когда... Ну, то есть, как это, то есть, короче говоря, на какой бы высоте вы не были, вот я как-то мы с товарищем Мазаром, у него там в горах были, и в Донбайе, и дошли до лагеря альпинистов. Да, там не лагерь, а там кладбище альпинистов. И обычно, знаете, где они погибают? При спуске с горы. То есть они поднялись, да, достигли высоты, совершили, так сказать, мировой рекорд, добились мирового рекорда, а при спуске, ну, где-то вот рука, нога не сработала и упали. Поэтому достижение вершин ниоткуда не вытекает, что это сама вершина вас держит на этой высоте. Это как вот сейчас, сколько сейчас прыгают, 2,50? Не знаю. Вверх. Ну, 2,40 прыгали точно. 2,60. А? Ну, не больше 2,60. Ну, не больше 2,60. И что, они не могут прыгнуть меньше в следующий раз? Могут. То есть, никаких гарантий. То есть, это вот из-за родимых пятен они не будут, а просто откатываться назад. Это может быть. У вас может быть исправный автомобиль без всяких родимых пятен, но, так сказать, вы нагнете не на то, и он поедет назад. Спросите меня, почему я так сделал. Спросите. Дурак был. Вы что, думаете, при полном коммунизме не будет дураков или дурацких действий? Когда у нас закончилось рабовладение? То есть это не будет объясняться родимыми пятнами социализма? Как хорошо устроили всякие глупости свои, объясняете родимыми пятнами социализма. И я все время объяснял. А это уже, это вот так не объяснишь. Казалось бы, прошло тысячелетие, когда появился там феодальный строй уже капитализм, и появляется опять рабовладение. Где-то чего появляется? Рабовладение, феодальное отношение. Оно же все появляется. Ну, возьмите, ну это же даже не история, это современность. Там, какая-то страна там бац, и рабы появились. Значит, тут есть некоторая мысль, уже закладывается в нашем обсуждении. Почему бы нет? Дескать, зачем это идти к этому к будущему полному коммунизму, потому что вдруг оттуда снова мы откатимся. Так давайте не будем мы ходить, не будем мы мучиться с движением к этому полному коммунизму. То есть, короче говоря, это называется уже гадание. А вот то, что не гадание, это означает, что движение к полному коммунизму и разрешение противоречий, которые мы тут все перечислили, основные, да, вот, и соответствующие позитивные и негативные тенденции – это все необходимо, и это укладывается в такое положение, как диктатура пролетариата. То есть диктатуру пролетариата надо рассматривать не как высказывание Ленина, хотя оно высказывание Ленина, конечно, а как вот эту упорную борьбу военную. Вот военную мы вот с вами же не рассматривали, противоречия военные, а ее тоже надо рассматривать. А что, не было такого у нас? Не было, что Советский Союз напрягал все усилия и потерял 27 миллионов человек. 27 миллионов человек и 3 численности коммунистов. Причем каких коммунистов? Не самые плохие погибали, а те, которые вперед шли, самые смелые и самые решительные. А в пехоте жили? Сколько средний возраст пехоты, пехотинца? Месяц. Меньше.
месяц это очень долго. Да. Ну, столько же и немцев погибло, скажем, военных. 8, 7 и 7. 20 миллионов у нас гражданских жителей. У нас приблизительно одинаковое количество потерь, что у вермахта, что у Красной да. армии. А 20 миллионов – это мирные 20? Жители. Мирные а жители. Миллионов. Цифра такая, военных, с той и с другой стороны погибло. Со стороны Германии и со стороны... Да, а вот мирных жителей 20 миллионов уничтожили. Мы потеряли. И что это вот люди худшие? Или вообще мы просто вот потеряли 27 миллионов? Это как? Для движения вперед к полному клонению. Это страшные потери или не страшные? Страшные. Дескать, это победа. Так победа – это победа со слезами на глазах. То есть эта победа в известном смысле подорвала силы, так сказать, самые коммунистические. И им не хватило, так сказать, видимо, так сказать, уже чего? Не хватило, может быть, энергии, и сил, здоровья, характера для того, чтобы отстоять. С другой стороны, вот мы сейчас эти все противоречия с вами излагаем, и мы их разбираем, потому что у нас есть такая возможность. А когда вы вовсю готовились к войне, может быть, и не было такой возможности разбирать и излагать. И еще мы вот раз напечатали, да еще напечатали, и можем снова брать. То есть идет, так сказать, обдумывание этого все дела. То есть это очень диктатура пролетариата, это очень сложное занятие. Это что? А если одно слово брать, что? Борьба. А если два слова, то упорная борьба. А если четыре слова – кровавые и бескровные. А если шесть – военное и хозяйственное еще надо добавить. А если восемь – педагогическое и администраторское. Ну, против сил и традиций старого общества. Вот силы и традиции старого общества. Или и уже сил может не быть. Вот как раз Володя говорили про вот, при полном коммунизме. Вот сил нет таких уже. А традиции есть. Ну, значит, так вот сколько умных людей вот ходит и курит. Зачем? Или сейчас не курит, а вот эту нюхают эту заразу, которая называется жижа. Многие люди нюхают заразу. Жижа. Что в ней-то? Вот даже никто не хочет спросить, а из чего она состоит-то? Из чего она состоит? И через сколько лет у тебя будет рак? То есть вот такое, то есть даже для понимания это, в общем, сложное занятие. Хотя вот Ленин все-таки диалектику изучал, и последнее, что он написал из крупных работ, это вот то, что у нас в книжке «Науки и логики» первой статьей стоит, это о значении воинствующего материализма. Вот о значении, что все должны стать друзьями гегельской диалектики и изучать, и на примере всяких историй, это, так сказать, иллюстрировать. Вот чем мы и занимаемся. То есть он написал для всех, а мы, конечно, не все, но представляем известную часть рабочей партии России и других товарищей, которые с ней связаны, которые занимаются изучением диалектики. А хотя, так мы когда занимаемся? Уже когда потеряли этот самый социализм, советскую власть, вот как раз и время нашло. А что раньше не... А раньше некогда было? Некогда было. Социализм строили. Строили социализм. Да. То есть строили. А если строят, хотя даже вот если строят люди, понимаете, если это построено и ничего дальше не делают, начинает осыпаться, начинает кривиться, начинает портиться. Все, что? Все. Хоть водопровод, хоть здание. Все же приходит в негодность. Ничего, мы сейчас эти хрущевы, мы их там залатаем снаружи, пусть там дальше живут эти люди, которые, чтобы они никогда не переместились в сталинский дом, как это по принципу, меняю комнату в сталинском доме на квартиру в хрущеве. Я, так сказать, был в Бельгии на коммунистическом семинаре, и нас свозили на один день во Францию. На поезде 2 часа, и подъезжаем к Парижу, там эти стоят хрущёвы вокруг Парижа, вот там их стоят, точно такие же, точно для таких же, так сказать, поместили, чтобы там много всяких людей, пусть там живут, а серьезные люди живут в хороших, настоящих домах. Там, когда посмотришь на центр Парижа, ну, примерно так же, как у нас, вот, 75 углов. Такая же примерно картина. И когда мы туда приехали, сразу увидели на вокзале два бомжа за стеклом
все хорошо. Полная демократия, никто их не гоняет. У нас вот выгоняют иногда с вокзалов, а там это хорошо сидят. Вот, так что главное достижение вот этого сегодняшнего нашего занятия состоит в том, чтобы совместить две вещи. Это то, так сказать, что мы рассматривали как содержание, а именно систему противоречия развития социализма, которая замыкается всеобщей борьбой всех трудящихся под руководством рабочего класса, за что? Вот за коммунистическое в социализме. И те высказывания Ленина, которые прямо по существу об этом и говорят, что рабочий класс, не все рабочие, а определенный класс, какие? Городские, фабрично-заводские, промышленные, это те, которых сам труд и организация труда побуждает к тому, чтобы это уметь делать. В состоянии, а другие не в состоянии, они рабочие, но это как вот на дне, там вот этих жалко всех, кто в пьесе на дне, да? Они выбиты из жизни и так далее, они страдальцы. А вот в отличие от того, что писали всякие писатели, Маркс объяснил, что рабочий класс – это не страдающий класс, а борющийся класс. Но не все одинаково могут бороться. Не все. Некоторые уже не могут. Вот. А в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых. Во всей борьбе за полное уничтожение класса. Вот тут интеллигенция тут не просматривается, и она тут как бы присутствует при всем, она помогает рабочему классу. Ну кто должен, кто отвечает? Вот если мы что-нибудь напортачим, кто отвечать должен в рабочем государстве, как вы считаете? Рабочий. Рабочий. Это ваше государство, вы отвечаете. Говорит, а вы же сказали. Ну так а чего вы меня слушаете? Мало ли какую я глупость скажу, а вы так и будете делать? Товарищ Мальцев, вы чего? Вы сколько у вас стаж? Вы же на заводе, серьезный человек, и слушали всякую чепуху. Я же и сам потом выбираю из того, что я сказал, то, что правильно, и то, что неправильно. Вот мне только что сказали, а что вы тогда написали? Вот. Дурак был. Чего теперь вы мне скажете? Ну, если дурак, зачем печатаете? А я думал, что это умное. И что вы мне скажете? Ничего не скажете. Но у меня другой-то там есть хороший, не все же там дрянь. Так бывает. Хочешь что-то хорошее сделать, и при этом иногда получается не совсем хорошо. И некоторые, скажем, мы все время там писали, что нужно сделать, но мы все еще думали, что Советский Союз сохранится. Поэтому там печать этого лежит на всем хвосте этой книги. Думали, что сохранится Советский Союз. То есть размах был этой контрреволюции такой, что вообще ничего от нее не оставили. В каком году у нас был уничтожен Советский Союз? К вам вопрос. 1990 год. Правильно. Когда? Кем? Борисом Николаевичем. Верховным Советом. Верховным Советом Российской, да. Вот. День свободной России. От кого свободный? А от Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Ну, кажется, сейчас тоже вот народ так думает, что и Россия также она окончательно, она будет всегда. И никогда не исчезнет, ничего с ней не случится. Как и Советский Союз, так же думали. Да. Советские люди. Да. Это сейчас тоже угроза такая вот. Конечно, это угроза, конечно. А думаю, что ничего такого, ничего с ней не будет. Все будет хорошо. Да, конечно. Как только у нас соотношение сил военных станет таким, что у нас сил будет заведомо меньше, чем у блока НАТО, на этом все и закончится. Совершенно понятно. Вот, например, сейчас. Что японцы думают? Кто бросил две вот эти самые бомбы? Советский Союз. Советский Союз. Ну это вообще цирк. Нет. Серьезно, политические думаю... деятели утверждают. Японские. Ну это специально утверждают. А? Специально утверждают. Знает, что врет и ну, так надо. А в чем специальность-то? Я говорю, специально утверждает. Так а в чем? Так вы это оцените, это действие. Нет. Это как вы его оцениваете? Вы говорите специально. Так а специалисты они, что ли? В этом смысле? Чего хорошего? Ну, вот это оценка какая-то здесь. Это что такое? Что это такое? Как вы это оцениваете, это вот высказывание? Как, ну, как ложь, так и оцениваете. Ну, это слабо. Да, слабо. Суверенитета. А? Отсутствие суверенитета. Слабо. Ну, как-то это оценка... Ну,
слабые. Клевета это, клевета на Советский Союз. Есть же название соответствующее. Если не подобрали название, я скажу, ну, они там утверждают. Так мало ли что есть. Клевещу. То есть мы же знаем, что такое понять. Понять, выразить в понятиях. Не то понятие взял, не понял. То есть не так же мы не поняли, насколько. Это же вот клеветники. Это клевета, сознательная ложь, это не одно и то же. Нет, потому что если сознательная ложь состоит в том, чтобы я сказал, что у вас справа метка какая-то черная, это еще не клевета. А вот если вы такую грязь развернете сознательно, не сознательно, а умышленно, надо говорить. Почему вы про вот такую гадость говорите сознательно? Не сознательно, а умышленно. Умышленно называют других совсем людей, которые сбросили атомную бомбу. Умышленно. А если сознательно, это что-то такой положительный оттенок получается. Но если это бандит, так он умышленно же делает? Сознательно. У него замысел или умысел? Умысел. Умысел. Вот давайте так и будем формулировать. Умысел. Он замыслил, это хорошо. А он имел умысел. Это вот когда судят и сажают... Вот надо доказать умысел и потом посадить. А если вы не докажете умысел, будете замысел сказать, как вот за замысел. Если у меня замысел валяется, можно мне? Замысел. За замысел. Вы что, ребята, с ума сошли? За замысел хотели посадить меня? Нет, за замысел не сяду. За умысел, но если не опровергну, то, возможно, и сяду. Вот это не стыкуется с тем, что если у Советского Союза была атомная бомба, он мог, значит, шантажировать уже наоборот США и хотя бы, например, Хоккайдо. А там не надо стыковать. Начально. Вы очень далеко идете. А там не надо стыковать. Надо просто убедить население Японии, что атомная бомбардировка была? Была. Кто сбросил? Советский Союз. Где сказано? В главном каком-нибудь там центральном журнале, в каком-нибудь на каком-то канале и в интернет запустить. И все. И будут так и думать. И большие... А вы придете в эту Японию, приедете там даже на экскурсию и будете доказывать свое, они скажут, да ладно, что вы говорите, да всем же известно, что это Советский Союз. Что-то непонятно, ясное дело. То есть клевета в классовой борьбе применяется вовсю. Рабочий класс же не может для этого опускаться, да, до клеветы, до вранья. А он-то не может, ну, а его-то могут опустить. Сам по себе он не может опускаться, опустить его могут и опускают. Такие могучие средства. Вы что-нибудь знаете про Компартию Японии? Одно время вот, мне поступали, там были какие-то такие, а сейчас уже вроде не слышно их и не видно. Такой могучей партии нет. И из Южной Кореи приезжали к нам на конференцию, между прочим, в Ульяновку, и выступали, товарищи. Уже нет. Тоже были, а уже их там нет. Так что это вот, это другое дело. А мы с вами занимаемся чем? Движением понятий, правильно, в кружке? Диалектика. Это, диалектика, конечно, это отражение в понятиях того, что происходит в действительной жизни. Вот, и поэтому нужно брать соответствующие понятия. Потому что если мы не взяли не то понятие, не получили истину. Поэтому мы над этими понятиями и думаем. Так выразить, не так вот там. Можно сказать, что вы придираетесь? Ну, еще не ясно, что я же все правильно могу. Ну, в целом это правильно, но не истинно. А истинно – это вот то, что действительно отражается в соответствующих понятиях. Вот. Повторяю еще раз, что вот, мы можем считать, что... Вот если мы берем не отдельные противоречия, а если вы возьмете там какие-нибудь книги по философии, по диалектике, они все какие-то отдельные противоречия берут, а не систему противоречий, как в науке и логике, и не систему противоречий экономических, как в «Капитале» Маркса. Правильно? Поэтому если это диалектика, это должна быть в системе. И у диктатуры пролетариата, если она не в системе, а просто высказывание, вот Ленин сказал. А вам сказать, да пошел ваш Ленин, и все. А если у вас система, вот эта система, вы никуда уже не денетесь, потому что речь идет
А диктатура пролетариата, которая есть упорная борьба. А упорную борьбу попробуйте, вы куда-то выкинете. Не выкинете вы упорную борьбу. Кровавую и бескровную, военную, хозяйственную, педагогическую и административную. Все Ленин там рассмотрел. Против силы и традиции старого общества. А силы и традиции старого общества могучие. А тут люди пришли и говорят, все уже, у нас все светлое, все красное, нету сил традиции, у нас жить хорошо. И перекрестился. А? И крестное знамение. Да, да, давайте все покрасим в красный цвет, даже то, что является коричневым. Поэтому я думаю, я вот после нашего занятия каждый раз я должен послать Сергею Викторовичу описание. Ну вот я собираюсь послать описание такое, что на занятиях, вот на третьем занятии рассматривался вопрос о диктатуре пролетариата, или не, о системе противоречия социализма, как о диалектическом содержании диктатуры пролетариата. Ну вот, я должен сказать, что вот мы тему очень интересную с вами разбираем. Да. Очень интересную, потому что вот до этого у нас были отдельные диалектические всякие, отдельные противоречия. А здесь о системе противоречия, которая сводится к тому, что сказано Ленина вот в этой фразе, буквально, вот все то, что там сказано, все тут и присутствует, да? Упорная борьба, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, военная тоже есть, а то у нас получается диктатура пролетариата, как будто не было войны, а была же война, это что же испытание для диктатуры пролетариата? Надо было сделать танки, надо было делать, сказать, люди надрывались, перевозили на восток промышленность, колоссальная работа была. Педагогическая и администраторская, то есть надо думать, чему учат, чему нас учат и как учат, вот. И сколько учат. Потому что вот какое преобразование было сделано вот здесь, уничтожили пятилетнее высшее образование, сделали четырехлетку с расчетом, что вот люди здесь вот за наши деньги подготовятся и уедут за границу, там реализовывают. Потому что здесь они получили бакалавра, ну а там вы идите на работу. И ничего не надо платить, им не надо платить. Им бесплатно даже. Им бесплатно все получить. Да, красота. Я рассказывал нам, так сказать, товарищ из Нижнего Новгорода о том, что вот его, он был на выпускном экзамене. Там сидели уже американские специалисты, которые прямо договаривались, вот он пятерку ему ставит. Вот. Кудрявцев рассказывал про своих. Пятерку ставят, сразу с ним эти, договариваются вот эти американцы о том, что он идет к ним учиться. А поедет он в Италию, в американскую компанию, и все. Они здесь заканчивают и поехали туда. Все радовались. Все радовались. И столько у нас людей, на которых потрачены такие большие средства, и все они ушли так. Да.